Люди совсем не думают о духовных делах. Гном, судя по всему, ты чрезмерно увлекаешься спиртными напитками. Отчего бы это? Конечно. В чем же различие? Между чем и чем раз. Этот мир совсем не похож на то, как я его себе представлял. Демоны жаждут прорваться сквозь завесу, но остальные духи глядят на них свысока. Ты меня неправильно поняла. Мы ошибаемся насчет этого мира. Здесь есть своя красота. Ты помогла мне в тени и доказала, что ты мне друг? Друг. Еще раз спасибо тебе. Как бы мне хотелось... Командор, прикажешь собрать их? Что же будете делать вы, командор? Этой армии, армии порождений тьмы, я сдал уже... Надо попытаться. И, командор, кого ты возьмешь с собой? Я... Кого еще ты берешь? Кого еще ты берешь? Да... Валяю вас, страж. Спасите мою семью. Моя семья в городе. Пожалуйста, дайте мне поговорить со стражем-командором. Как хорошо, что вы наконец-то здесь, страж-командор. Вот только, боюсь, мало что уже можно исправить. Пару ночей на... Страж-командор, уже слишком поздно. Амарантайну конец. Дом... Мир! Не убивать, только поговорить. Вы должны спасти крепость. Констебль говорит, что городу конец. Там, если ты не станешь помогать этим людям, пошли меня. Я пойду в город одна.
Я забылась, прошу. Измени свое решение. Командор! Ох,